Количество ВИЧ-инфицированных в Искитиме и Искитимском районе растет с каждым годом. На сегодняшний день их уже в два раза больше, чем больных туберкулезом. 14 декабря каждый житель Искитима сможет пройти бесплатную диагностику. В город приезжают специалисты областного центра СПИД. В передвижной лаборатории горожане смогут анонимно сдать анализы, а также получить консультацию психологов. План работы мобильного пункта с 9 до 10.30 на площадке поликлиники номер 2, с 11 до 12.30 на площади железнодорожного вокзала, с часа до 2 дня на площади возле Магеллана, с 14 до 15.30 возле городской администрации.